Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. Ты сегодня со мной, Акакий! Ты кто? Ты что, не узнал меня? Ты подстригся! Да, ты угадал! Слушай, я тогда хочу кое-что тебе сказать. И, наверное, мне кажется, что это понравится. Ну, тебе. Давай. Или мне. Кому-нибудь из нас за подстрижку. Шишка. Нееет! Определенно понравилось только Акакию. Как вы видите, сегодня я лысый. А дело в том, что во вчерашнем ролике меня постригли. Из-за того, что у нас открылся просто ужасный барбершоп. Если вы не видели это видео, то срочно смотрите по подсказке справа. Сегодня у нас, Акаки, с тобой один блок любви. Я твою собаку топтал. Ты чё, офигел? Ну все, вдвоем. На этом прекрасном блоке любви изображен я, а также Бамбуль. Тот самый клип, который не набрал ничего, потому что вы наверняка до сих пор его не видели. Пожалуйста, ребят, поддержите меня и перейдите по подсказке справа и посмотрите этот клип. Жачь. Реально не все смотрели? Да, вообще, мне кажется, 90% этот клип не видели. Нифига себе. Слушайте, ребят, ну-ка попробуйте сейчас посмотреть этот клип. Наверняка он вам сильно понравится. Там эта песня просто шикарна. А как-то все сделано. Как выглядит, это просто, я не знаю, это новый уровень клипа. Спасибо огромное. По крайней мере, когда я смотрел, я даже немножко плакал. Это точно. Я лук ел. Неправда. Многослойный. Он реально очень-очень грустный. Как Шрек. А у меня лысина слилась с небом. Красота. Слушай, а вообще, что означает этот блок любви? Это... Этот блок обозначает любовь между нами. Ведь у нас с тобой давным-давно не было ролика. Поэтому начнем с этого. Что? Ты меня любишь? Что? Ты меня любишь? Камеру уберите, камеру уберите, камеру уберите! Ну что же, на счет три мы добудем с тобой этот блок. Готов? Давай сделаем это вместе. Давай, раз, два, три, пошла жара! Так, подожди, что это? Красотища, это не правда ли? Сердце. Да, теперь у нас с тобой гигантское сердце. А как и ты заметил, смотри, здесь синие частички, красные частички. Это прям как мой скин. И вот дерево, это ты. Ну хоть не грязь. Так ты ее добыл, вот она в руках у тебя. И что? Ну-ка давай забирай грязь. Пусть будет частичка меня, частички в тебе. А, что? Ладно. Ну что же, продолжаем добывать этот один блок. Поехали. Следующее у нас идет это дуб. Так. Отлично. Даже мне досталось. А ну-ка, я, наверное, сразу тогда сделаю версак. Правильно? Не надо. Да-да, дело. Надо? А я пока Серьезно? Что сделаю себе очень много земли. Добываем. Стоп! И что нам теперь с этим делать, если у нас всего лишь одно бревно? Как там добыть камень? Но я никогда еще не выживал с одним бревном. Я выживал только один, а тут ты появился. Не понял, это что было, оскорбление? Да я вроде бы не плоский, хотя вроде бы плоский. Ну да ладно. Ну ты гладкий, наверное. А-а-а! Слушай, надо будет с тобой сходить в боулинг. Слушай, ну, мне кажется, что у меня появилась новая шевелюра. Нужно 100% поставить лайк на это видео, друзья. Если вы до сих пор этого не сделали, то, пожалуйста, помогите моим волосам вернуться. Слушай, ну подожди, я могу добыть. Ну ладно, добывай, только мы с тобой теперь останемся без камня. Что? Ладно, давай там дальше стой, я буду добывать булыжник себе. Погоди, он реально добылся рукой? Да. Вот хватит фармить мои ресурсы, дай мне тоже, пожалуйста, булыжника. Нет, это мои ресурсы. Нет, это мои ресурсы. Давай, насуй фа, давай, каменная штука бумага. Окей, хорошо, готов, раз, два. Подожди, я даже не успел написать. Естественно, ты даже и читать не умеешь, что ты пишешь там. Я прочитал, давай, я уже написал. Давай, готов? Да. Раз, два, три. Ладно, давай. Вот именно, все, теперь это мой булыжник. Я выиграл, я победил. Слушай, Акаки, на самом деле я думал, то, что ты выкинешь предмет, потому что у тебя есть 100% победа, потому что я только камень, а остального-то нету. Да, ты не подумал, я согласен. Да я три булыжника добыл, я у тебя своровал. Зато я умнее тебя, понял? Логарифм 4 по основанию 2. 2. Как это решается? 4 разделить на 2. Нет, не так. Там числитель и знаменатель вообще-то. Опа! Так, еще одно дерево. Так, все, хватит забирать мои ресурсы. Я сейчас возьму этот камень. Ладно, это дерево. Ха-ха, развел тебя, конечно. Слушай, я кирку тогда себе делаю. Окей, без проблем. А я знаю, что сделаю. Я сделаю меч, чтобы дупасить тебя за каждый раз, когда ты будешь забирать у меня ресурсы. Тихо, не надо, дядя. Не надо. Подожди, то есть ты потратил наш камень не на кирку, а на меч? Нет, на кирку и на меч. У тебя 5 булыжника было, нифига ты безумец. Смотри, как быстро добывается теперь, офигеть. Только у нас сердца пора с тобой нет. Да хватит, забирать мои ресурсы. Я сейчас эту землю. Так, все, я строюсь. Все, отстань от меня, я буду сам добывать эти блоки. Ты сюда вообще никаким образом не сможешь зайти, понял? Да у тебя кирка ж есть каменная, ты еще не добываешь ее. Так, чего, каменную кирку мне добывать? Ты не интересно. Так, стоп, мы с тобой забыли. Это один блок любви. Сегодня мы должны лелеять друг друга. Слушай, ты такой блестящий на этом солнышке. Спасибо. Ты сам как солнышко, я вот смотрю на солнце, смотрю на тебя. То есть ты хочешь сказать, что у меня лысина блестит, да? Хочешь сказать, что у меня лысина блестит? Вот такого ты мнения обо мне, понятно, пошел отсюда. Женщины. Наконец-то каменный век.
продолжать смеяться здесь? Я бедный, лысый, никчемный, по-твоему, да? Да. Теперь-то нет, у меня хотя бы булыжник есть, он не так блестит, как моя лысина. Ну мне Форсаж последний не понравился в твоем исполнении, так что давай-ка нормальный сделай хотя бы раз. А я тебя считал семьей. О, что? Подожди, стоп. А если рукой? Думаешь, что это обычное золото, да? А какое? Это какое золото? Необычное золото. Это даже не то золото, о котором мечтал няшка. Ведь это золото под запретом. Это запретный плод, Акакий. Один раз добудешь, больше не сможешь остановиться. Ты готов? Стой, давай дождемся дня, потом добудем. Я с тобой больше не разговариваю. Это я с тобой не разговариваю, понял? Это был подарок вообще-то тебе, чтобы мы помирились. Это тебе подарок. Отойди, можешь прыгнуть? Вот, это тебе подарок. Спасибо большое. Да не за что. Все равно себе забрал. Нет! Ну что, ты помнишь мои слова про это золото? Ни в коем случае его не добывать. Нет, ну серьезно, не добывай его. Ну, Акаки, ну правда. Ну, пожалеешь. Да тихо, я почти добыл. Да честно скажу, ну пожалеешь ты об этом. Слушай, а может не рукой надо? Акаки, меняй на себя. Может не рукой? Меняй. Рукой добыла? Серьезно? Ты что, меня обманул? Я понял, ты меня решил запугать, потому что у меня волосы есть, а ты лысый. Слушай, понял. Ну зато, а у меня какашки есть на голове, в отличие от некоторых, и не воняю я, понятно? Сейчас было обидно. Спасибо. Фух, слава богу, добуду это дерево сам. О, Акаги, я добыл дерево и заспавнился ты! Так это значит акация? Нет, это не акация, ладно. Стоп, смотри, блок травы! Опачки, интересненько. Блок железа? Может тебе дать кирку? Нет, не дам. Да я сам ее скрафчу, зачем оно мне надо вообще? Слушай, а у тебя есть два булыжника лишних? Попробуй сейчас скрафтить. Ладно, на, булыжник, не плачь только, пожалуйста, всё, спасибо, а то я блин, так не могу терпеть лысые слезы. А как мы с тобой забыли? Это блок любви. Мы должны с тобой благословлять друг друга. Я тебя благословляю на то, чтобы у тебя отросли волосы. Спасибо большое, Акакий. А я желаю, чтобы ты наконец-таки помылся. Да пошел ты! Наконец-то я могу сам добыть этот блок! Ты мне решил все отдать, да? Тё, изумруд! Ты неисправим. Мне изумруд выпал. И бревно. Слушай, может мне вообще ничего не добывать? Ты сам за меня все добываешь. Так, давай смотри, доски добывай ты, а я буду добывать другое. Что именно? Ну, камень. Я не дам. Акация, уничтожай ее быстрее. Не, стой. Опа. Отдай! Опять изумрудные блоки. О! Ты это видишь? Тут уж надо решать, кто из нас это будет добывать. Ну что же, Акаки, помнишь мои слова про то, что если ты добудешь блок золотой, то жизнь изменится твоя. Это было не про золотой блок, это был про блок руды. То есть ты хочешь, чтобы я это добыл или да. ты? Я хочу, чтобы ты это добыл. Добывай. Ну готов? Ладно, да. Давай. Поблизости появилось сокровище! Это я? А? Или это ты? Я или ты? Подожди, кто мы вспомнили про блок любви, точно, он же блок любви. Это было очень мило, Акаки, спасибо большое. Я первый добуду это сокровище! Развел! Так, здесь столько всего! Офигеть! Акаки, стой! Мы забыли, это же блок любви. Держи, дружище, одно золото, два алмаза и один изумруд. Я дал полностью тебе всю половину, дружище. Докажи! Я серьезно, потом увидишь у меня на записи. Я тебе не верю! Ну ладно, любовь — это доверие. Да. А я тебе доверяю. Да. Но не люблю. Ха-ха, заскамил на изумруд! Опа, блок железа. А как, ладно, так уж и быть. Это был прошлый блок, поэтому я добуду этот блок, готов? Давай, добывай. Акаки. Подождет, надеюсь. Ничего. Отдай. Повезло. Отдай. Ладно, делай тогда тебе. О, Что-то, я крафтю. Нифига себе. Погоди, секундочку, я топор еще делаю. Ага, все, супер, сделал. Это капец. Что там? Это капец. Почему? Блок, который там был, он зарос землей. Это ты поставил, я слышал. Еще один, добываем скорее сокровище новое. Поблизости появилось сокровище. Ладно, Акаки, так как у нас с тобой блок любви. Я разрешаю тебе добыть этот блок. Потому что его нигде не видно, тебе придется самому его добывать и строить туда. Ха! А как ты выберешься? А что там было? Расскажешь другу? Да, расскажу, только дай мне подняться, пожалуйста. Ладно, хорошо, смотришь, я дал тебе понять, даже не столкнул тебя. Я убью тебя за эти алмазы! Нет, это я тебе! О, привет, Акаки. Ну, короче, там, получается, был один алмазик, было золото и что-то еще. Я забыл уже. О, дай мне один алмаз, сделаем с тобой алмазную кирку. Так у меня есть три алмаза, я могу сделать алмазную кирку. Ладно, делай так уж и быть, дружище. Я продолжу добывать один блок. Так, с изумруда с ней интересует, дерево тоже, блок железа. Видите вашу голову? Что? Чего? Что? Ты видел? Там блок крипера был. А! Тут еще и зомби все остальные. Подожди, а что у нас с тобой? Только ДП, тут крипер Акаки! Ух, я выжил.
выжил! Я тоже выжил, я тоже жив, я жив, Акаки! Короче, я увидел, там был блок крипера. Там реально? Крипер был. А у меня не было никакого крипера, я не добывал никакого крипера. Нет, бамболь! Эта ситуация, которая была, она никак не повлияет на наши отношения с тобой. Конечно же нет, Акаки, все будет в порядке, поэтому продолжаем добывать один блок. Я сломаю тебе спину. Смотри! Какой-то воздушный шарик. У нас будет с тобой романтическое путешествие по небу. Похоже, что да, Акаки, давай добываем скорее. Боже мой, я так счастлив, давай добывай. На взлет, Акаки, реально. Ломай, срочно ломай, давай со мной, Акаки, ты же, давай, хорош. На взлет. А, у меня хп нету, Я ловлю тебя, Акаки, давай я тебя ловлю. Кажись, не словил. Ладно, больше ресурсов не будет. А, ты уже здесь? Да. Я имел в виду, жалко, что ты, конечно, упал. Ага. И так мозгов нет, сейчас еще меньше будет. Так, слушай, давай-ка ты один пока что, а я хочу немножечко отдохнуть, почилить. А, да-да-да, не, ничего, и я отдыхаю, чиль. Да не, отдыхай, почиль. Чил. Не-не-не, ты не делай этого, не-не-не, это мой блок, не добывай его. Нет, отстань, давай, это мой блок. Там блок зомби. Эх, ну ладно, так уж и быть. Я разрешу тебе добыть этот блок. Так, Свет, я выключил микрофон, прямо сейчас какие-то будет этот блок, он даже не подозревает, на что он способен. Надо добыть его тогда. Ладно, сейчас добуду. А, давай, добывай его. Добываем и... Скорее кусай друзей вместе весь... Нет, зачем? Зомби, я так и знал. Возможно, это из-за тебя, кстати, вся зараза пошла. Подожди, а почему это ты не зомби стал? Я просто высший зомби. Я не должен быть как зомби. Я выгляжу как есть. Думал, что я буду как вечно, как Фиона, да, запертая в башне. Но нет, проклятие, уже спала. Потому что это блок любви, и мы с тобой случайно ударили друг друга. Да я луковица тогда, я многослойный. Ты многослойный, слой за слой. Правда, с тобой мне скоро психиатр потребуется. Осёл! А, не помню дальше, что было. Так, поехали. О, стоп! Стоп, тихо. Это крипер. Тот самый блок крипера, да? Скорее всего. Слушай, тогда я добуду его. Ладно, давай, добывай, а я пойду, знаешь что, я посмотрю, как ты будешь это справляться. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нетушки, нет, иди сражайся с ними. Нет, зачем ты меня скинул? Понятно, предатель. Че, это предатель-то сразу же? А как и здесь становится очень-очень страшно. Скидывай их всех, это наш блок, не ваш, понятно. Ты че, жадина? Ты че сородича трогаешь? Какого сородича? Это твой сородич, между прочим. Это я первый скажу. Наконец-то! Смотри! Опа, повышенное здоровье, Акаки. У нас с тобой теперь очень много здоровья. Алмазный блок. Так, иди крафти, я пока же продолжу добывать. Опачки, еще а что мне крафтить? Я знаю, что. Теперь ты мне ничего не сделаешь. У меня алмазный меч. Блин, что ж мне делать реально? Акаки, как ты так придумал? А ну гаденыш, иди сюда, вообще-то. Я понял, что ты сделал. Драка. Не ножись, она еду. Это обидно было. И извини. Слышь, друг мой сердешный. Ага. В буквальном смысле. Ха, реально. Слушай, а может мы все-таки... Хромосома твоя потеряна, смотри, Акаки. Это ДНК, а не хромосома. Слушай, а ты учился хоть где-нибудь? Да, в универе. Понятно, можешь не отвечать, я ломаю. Что? Гречин? Гречин? Гречин, что? Ты кто? Как вообще? Да не бей ты меня! Подожди, ты чувствуешь? Зелье хочешь сварить что-то? Зелье. Где зелье? Хочется зелье? Подожди, мне хочется довериться Фикса и быть преданным. Зелье. В смысле? Это намек на то, что я его троллю постоянно. Неправда, Гречин мне всегда помогает, я ему тоже помогаю. Не надо тут. Чем ты ему помогаешь? Воруешь зелье, которое он никогда не испытывал. Это няшка ворует у него зелье, ты не понимаешь. Это ты воруешь зелье. Когда ты последний раз был в нашей деревне, друзей вообще? Ты предатель. Вообще-то, это плохо. Любви, а ты срёшься со мной. Ну я, ты же... Я все, правильно мне мама говорила, то, что не надо с тобой дружить, всё. Я буду здесь жить, все. Я съезжаю. До свидания. Вот и все, вот и иди отсюда. Сам никогда вообще в деревню друзей не приходит, ты еще такое говорит, а я его жду каждый раз там. Правда? Ну да. Честно? Ну да, каждый раз жду в деревне друзей. Слушай, ладно, я тебя прощаю. Давай тогда, есть одно предложение. Слушай, прощаю, ты извиниться должен был. Да ладно, не извиняйся, все нормально. Я не понял. Давай тогда повтори момент из Титаника. Давай, я буду держать тебя за талию, а ты будешь смотреть в вечность. Ладно, два Гречина обнимаются. Ладно, я тогда давай как Гречин. Не, смотри туда, мы ж Титаник разыгрываем. Точно, давай. Эх, мой Гречин. Я сварю тебе самое лучшее зелье. Но для этого тебе надо кое-что пройти. Да, мой Гречин, я готов на все. Тогда полетели. Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать. Гречин, ты что ли? Да, я сварил зелье. Все, поехали дальше добывать. Да мы уже куда-то поехали. Опачки! Стоп! Это нормально, это сокровище, Стоп, а где оно? Так, ищем, где наше сокровище. Я нашел. Это точно оно? Да, это оно. Что там, еще алмазики? Да нет, там были изумруды. Я пойду посмотрю повыше, окей? О, реально так оно и есть. Сердце! Быстрее добывай, я сейчас упаду, Акаки!
Ух, ты меня спас. Ведь это блок любви. Мы должны спасать друг друга. Это точно. Лети давай отсюда. Лети, лети, как птица в небесах, лети. Тихо, зомби. Акс, ну ладно, так уж и быть, я добуду. Нет. Скорее кусай друзей, вместе веселее. Га, ну иди сюда, грешен, сейчас станешь зомби. Нет. Я реально стал зомби. Нет, а я сейчас тоже не упал. Стану зомби. А, ну все, мы с тобой тогда вылечились. Да, вылечились вообще с удовольствием. Хочешь сказать то, что гречен это болезнь? Да, гречен головного мозга называется. Понятно все. Подожди, сокровище. Стоп, овечка, что это? Это не овечка. А, это лама. Подожди, здесь сокровище было. О, смотри, там изумрудный блок. Там а, изумрудный, это изумрудный блок, блок. Но у нас есть изумрудный блок, поэтому нам не понадобится. Ну ладно, тогда я добываю овечку. Может сейчас питомец какой-то появится. О, реально питомец. Папуга. Слушай, а тебе нужно какао папуга? Я как раз таки давно в туалет не ходил. Теперь ешь. Повышенное здоровье. Нет! А, до свидания, до свидания. Давай, я тебя отобью, я тебя отобью. Ага, а! Отбил еще, ударил меня мечом, прям, знаешь, по коленке попал. Да нормально. А вот теперь, а как и помнишь мои слова про золотой блок? Да ты надоел, ладно, я добуду. И что? Что со мной? Золото. Золото, у меня золото. Нет золота! Золото, да нет золото. У меня золота! Нет да, у меня! А ну, нет! О, спасибо. Как много сердечек от тебя хорошо, исходит! То, что... Как тихо, много сердечек, тихо, хорошо! Нет! Хорошо, что прям! До свидания! Великолепно! А как я не успел? Что не успел? Я тебя уничтожил после момента, как ты перестал быть золотым! Легко! Стоп! Сокровище. Во, 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 я вижу сокровище. Слушай, я пошел тогда за ним. Давай, где? Давай, давай, иди, 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 иди. Где? А я пока что. Корова. Так приземлился. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Надо слиться с толпой, надо слиться с толпой как-то. Так, лама, лама, давай, все, я статуя. Фиксай, ты где? Ты где? О, золото, надо быть! Надо быть! Смотри, мне дали 9 золотых слитков, Акаки! Нормально, нормальная тема! Стонгс! Как я тебе еще одно сокровище нашел? Нет! Ты куда? Ты че вообще? Я тебя даже не трогал! Ты что сделал? Ты зачем с ним поругался? Я не знаю, это же блок любви! Ладно, давай тогда его просто скинем! Нет, не получится его скинуть! Фу, справился! Лучше? Лучше? Я думал, ты в туалете! Слушай, ну здесь очень много коричневых блоков. А-а-а. Сходил, получается? Да. Стоп, стоп. Подожди, это что-то страшное, Акаки. Он даже, он боль не причиняет. Ну-ка, встань, так встань. Понятное дело, ты Вуджа. Вуджа ничего не причиняет боль, ты что, не знаешь? А, ну конечно, тебя же давно не было в деревне, друзья, откуда тебе знать? А тебя давно не было в уличных гонках, и что дальше? О, аргумент. Мне кажется, как и блок, который мы с тобой сейчас добудем, точнее, Вуджа, это блок, который завершит наше любовное приключение. Ты готов к этому? Я готов, я добываю? Да, добывай, раз, два, три. О, я выжил. Я-то думал, я избавился от тебя. Я выкинул тебя со своего сердца. Из своего. А ты вернулся. Опять нагадить в душу. Понятно все. Нет. Совсем с ума сошел. Не понимаю этого человека вообще. Пойду-ка я затроллю его.